Центробанк сегодня резко и решительно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта до 15%. Он повышает ее уже в четвертый раз подряд. К тому же большинство аналитиков сегодня ожидало менее резкого повышения. Основной причиной своего решения Центробанк называет растущую инфляцию. Как все эти сложные решения отразятся на людях и кошельках, мы поговорим с Евгением Надоршиным, экономистом. Евгений, здравствуйте, рад приветствовать. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, действительно, внезапное какое-то сегодня, по крайней мере для меня, человека не очень следящего за событиями и за объявлениями Центробанка, внезапно еще одно повышение ключевой ставки, 15%, почти 2 процентных пункта сразу. Как оцените? Ну, неожиданное решение было и для меня. Я вообще ждал 0,5. Мое ощущение, вот, ну, понятно, до часу 30 по Москве сегодняшнего дня было в следующем, что по большому счету Центральному банку нужно просто завершить цикл повышения, который, в общем, мягко говоря, не задался, на мой взгляд, и по коммуникации, и с точки зрения действий, и, в общем, как-то попытаться восстановить, может быть, взаимопонимание с рынком, ну, как мы видим, весьма, так сказать, потерянное, и, в общем, выйти из него, сохранив лицо. И вот у меня было ощущение, что эти две задачи, сохранение лица и восстановление понимания с рынком, ЦБ и должен решать вот в ближайшие два повышения до конца года. То есть они должны быть номинальными, должны совпасть с собственным прогнозом ЦБ, обратите внимание, обновленным до конца года, а там 13-13,6 в среднем до конца года вот была заложена ставка, она как раз допускала, ну, повышение где-то до 14, вот вполне туда проходило. Вот то, что мы видим сейчас, уже нет. И, ну, как-то да, вот как бы помочь, может быть, рынку лучше себя воспринимать, учитывая, что в моем понимании рынок уже был агрессивен. То есть то, что большинство ожидало 100 базисных пунктов, было многовато. Почему я так думал и думаю, кстати, до сих пор в основной своей массе, если вот мы посмотрим на ту же предыдущую коммуникацию ЦБ, так это все просто. Дело в том, что инфляция, по большому счету, прямо в пресс-релизе ЦБ это видно, она, в общем, пока держится на уровне верхней границы прошлогоднего прогноза Центрального банка, это 7%. Она действительно может немножко оказаться выше, там 7,5 не совсем исключены, но я вам так скажу, что нельзя исключать, что и 7 останутся как бы, ну вот, как конечная инфляция по итогам года. То есть то же самое, что ЦБ и так ожидал в конце прошлого года, так сказать, без особого ожидания столь существенного-то повышения ставки точно. Поэтому причин там рваться ради инфляции, кажется, нет. Ну, то есть сентябрь оказался не очень удачным, но смотрим мы на октябрьские данные, и она сейчас, вот эта инфляция, идет несколько ниже моего прогноза, который изначально вообще дотягивал без сентябрьских, я недооценил сентябрьскую инфляцию, вот не дотягивал до 7,6 у меня получалось, ну, 7, допустим, я как бы с запасом допускал. Вот, собственно, вот сейчас на 7 она выходит приблизительно ровно. То есть до 7,5 надо еще постараться. И учитывая, что рубль-то разворачивается, и пока, ну, кажется, что это движение довольно уверенное, вот, и весьма сильное, так как бы причин для того, чтобы инфляция прошла до 7,5, я прямо сейчас пока не вижу. Ну, поверить в это можно, но фактов, которые бы говорили о том, что это прям реально, я пока не наблюдаю. Поэтому в моем понимании ЦБ должен был решать, ну, вот такие, знаете, как бы задачи уже, ну, более обыденные, что ли. То, что я увидел, услышал на этом заседании, это, конечно, нечто совсем другое. Могу вам предложить только версию того, чего решает ЦБ. Ну, как вы понимаете, после того, как в сентябре повысили на 100 базисных пунктов, сегодня, спустя месяц, да, повышение еще на 200, говорит явно о том, что и в ЦБ что-то в представлении о том, что и зачем он делает, поменялось. В пресс-релизе можно постараться это вычитать. И я вам предлагаю, да, собственно, эту версию, это кредитование. Есть неприятное ощущение, оно у меня довольно давно, но мне казалось, ЦБ как-то к этому, что ли, спокойнее относится. Регулятор отмечал это неоднократно, вот, предпринимал действия вот, без особого эффекта, но казалось, да, что он, видимо, как-то с этим, что ли, ну, не готов активно бороться. Похоже, я ошибся. Это кредитование. Есть все основания полагать, что у нас надувался, надувается, продолжает надуваться кредитный пузырь. Это видно по многим факторам, ну, помимо довольно динамичного роста, собственно, всех видов кредитования, и обратите внимание, в том числе ипотеки, помимо не очень высокого качества, в том числе этой ипотеки, которые пока еще не вышли, ну вот, в просрочку, то есть как бы не портят балансы, там вроде выглядит все довольно неплохо, но если читать материалы ЦБ, то хорошо видно, что предельная нагрузка на доход, например, по ипотеке вообще не позволяет считать этот продукт надежным. Ну, то есть, еще раз, у нас пока это не вызрело, видимо, да, то есть на балансах, и проблема не проступила явно,
Но, боюсь, там потенциал очень большой. То есть, по большому счету, ну вот опять же, ориентируясь на высказывания представителей самого ЦБ, можно сделать вывод, что качество ипотеки, если мы забудем о залоге, а он же по первичке в основном поэтому переоценен, поэтому он не такой на самом деле как бы ценный, ты не так сильно страхует ипотечный кредит, хоть и страхует все же в какой-то части. Так вот, вот качество этой ипотеки, оно не сильно отличается от качества беззалоговых кредитов. А надо сказать, что для этого продукта это совсем не норма. То есть обычно качество этого продукта воспринимается кардинально иначе. А вот сейчас по формальным метрикам, по ряду, по крайней мере, из них, такого уверенно утверждать нельзя. Поэтому обратите внимание, у нас не просто потенциально надувается кредитный пузырь, у нас потенциально есть, как бы, в общем, хороший пласт собственной низкокачественной ипотеки. И, к сожалению, да, далеко ходить за примерами не надо. Там 2007 год, Соединенные Штаты Америки, 2008 год, глобальный кризис, да, из сапрайма. Вот, как бы, понятно, что это не триллион и не 2 триллиона долларов, и это в масштабах ВВП, наверное, поменьше, чем в США, но вообще это весьма существенный пласт, который вполне в состоянии вызвать и локальный кредитный кризис, если пузырь лопнет, и, собственно говоря, финансовый, как бы, как минимум, без проблем тоже. И это, ну, понятно, это может перерасти в кризис экономический, потому что от локальных банков сейчас зависит, ну, прям исключительно много. Как бы иностранных игроков, которые бы могли там страховать, которые раньше охотно кредитовали экспортеров, правительства, да, то есть как бы даже внутренних игроков их просто на рынке нет. Поэтому если что-то происходит с локальными банками, то недоступность кредита будет ощущаться в каждом сегменте экономики. Ну и вишенка на торте, обратите внимание, борьба с кредитами, а я полагаю, что именно вот как бы с неуправляемыми, обратите внимание, кредитами, то есть это в пресс-релизе прям читается во многих местах. Центральный банк сейчас пытается бороться, ну вот такими, назовем это, наверное, в терминах современной реальности, ковровыми бомбардировками, совершенно неизбирательно, потому что повышение ставки бьет по очень большому количеству других сегментов, помимо, собственно, кредитования, и изменяет в экономике очень много чего. Центральный банк борется в том числе с ростом потребительского спроса, который очень щедро напитан кредитами. Я полагаю, половина – это вполне как бы вот честная оценка вклада на текущий момент кредитов в прирост потребительского спроса и приростом импорта. То есть, понимаете, тут любопытный момент в том, что фактически все задачи, которые вот как бы решает ЦБ, они завязаны на одно и то же. То есть кредитование, рост потреб спроса и, обратите внимание, рост российской экономики. То есть из неприятнейших новостей здесь совершенно четко прослеживается вывод, который, боюсь, уже там совершенно уверенно можно озвучивать. Для того, чтобы побороть те проблемы, которые вот ЦБ, видимо, как бы побороть хочет, и кредитование сейчас одна из них, на которую он активно переключается, это как раз вот это вот неожиданное высокое повышение ставки после вроде торможения в сентябре и более спокойной коммуникации, фактически Центральному банку нужно задушить экономический рост. Задушив экономический рост, он получит сразу и большую курсовую стабильность и, соответственно, более управляемое кредитование, возможно, так сказать, сумев сдуть, а не лопнуть пузырь. Это, наверное, было бы в нынешних обстоятельствах просто великолепным решением. Обратите внимание, здесь нет выбора из хорошего и плохого, здесь, кажется, выбор из двух зол. И пресс-релиз, вот даже пресс-релиз по денежно-кредитной политике об этом говорит. Евгений, да, я еще хотел для наших зрителей напомнить, что, если не ошибаюсь, последние 3 месяца россияне ставят рекорд по количеству кредитов, каждый месяц его обновляя все больше и больше, и в абсолютных цифрах, и в абсолютном количестве людей, которые эти самые кредиты берут, в том числе и ипотеки. Это вот дополнение к вашему спичу. Еще хотел спросить, получается, еще в августе говорили эксперты, что при повышении ставки, при повышении которое произошло еще вот тогда, уже будет сложно обеспечивать госдолг России. Сейчас еще 2 процентных пункта, но очень много. Как там с госдолгом? Сможет ли экономика обеспечивать его или нет? Будет ли справляться? Ну, вы знаете, это последнее, о чем я, в принципе, переживал в этой ситуации, потому что долговая нагрузка федерального бюджета столь скромна, что, ну, вы знаете, я сейчас вам скажу, наверное, что-то невероятное, и правдоподобным это едва ли кто-то сочтет, но вот если бы ставка выросла с текущего уровня еще вдвое, то есть, прикиньте, 30%, да, вот как бы в этом случае госдолг все равно оставался бы вполне обслуживаемым на даже среднесрочных горизонтах, то есть это горизонты лет, вдумайтесь на секунду.
Поэтому вот последний, за кого я бы переживал в этих обстоятельствах, это там Минфин, правительство и госдолг. Вообще не туда смотрите. Гораздо слабее, как бы, и гораздо уязвимее для этого повышения ставки сейчас являются домохозяйства, которые набрали кредитов. Не все. Тут есть как бы прям четкое разделение, и его, в принципе, несложно угадать, глядя даже на официальную статистику. У нас, в общем, бум кредитования наблюдается на фоне довольно динамичного роста депозитов. Вот только депозиты, похоже, формируют как бы одни, а кредиты берут другие. Поэтому у нас есть приличное разделение по домохозяйствам с точки зрения долговой нагрузки. В материалах ЦБ и не только, в вопросах это тоже угадывается. Должников больше, понятно, средств у них меньше, да, то есть у каждого. Ну, как бы, но вот в масштабах там и по количеству это гораздо более широкий пласт. Тех, кто в состоянии формировать сбережения, гораздо более малый пласт, скажем, по количеству. Но по деньгам, обратите внимание, прирост депозитов вполне на фоне кредитов смотрится в последние месяцы неплохо. И как бы это говорит о том, что ограниченный пласт домохозяйств чувствует себя довольно неплохо, формирует подушку безопасности даже, возможно, как бы на предстоящие непростые времена. Вот, что как бы вполне разумно, в моем понимании, в текущих условиях. А вот как бы определенная часть, весьма значительная по количеству, ну, такое впечатление, что тут пир во время чумы, что ли, вот местами начинается. Этот рост совершенно, в моем понимании, нездоровый, он мне никак не нравится. Частично, обратите внимание, вот те рекорды, о которых вы упомянули, объясняются довольно простым явлением. Ну, те, кто, в принципе, подумывал о том, чтобы взять или не взять кредит, они пытались запрыгнуть, так сказать, в последний вагон уходящего поезда. Типичное поведение для потребителей не только в России, только у нас вот оно отягощено оказалось, в общем, набором дополнительных стрессовых факторов, и рубль тут дешевее, да, и кризис тут топливный оказался, и с автомобилями, в общем, дилеры и правительство подогреть рынок решили, да, повышением. Ну, то есть много было разного провоцирующего, что, видимо, подтолкнуло взять побольше кредитов, нагрузиться посильнее. Поэтому мы, да, еще пока с трудом понимаем вот те последствия, которые последние месяцы там принесут к кредитованию. Но, еще раз, мы читаем хорошо в текущем, прямо при релизе ЦБ по денежно-кредитной политике, ярко и черным по белому, ну, по крайней мере, у меня белый фон на мониторе, да, а буквы шрифта черные, написанные здесь опасения. Это не то место, где Центральный банк раньше так, в общем, активно и часто упоминал кредитование. Обратите внимание, последние месяцы, скажем, частота упоминания опасений, да, связанных с кредитованием в материалах ЦБ возрастала. И вот как бы в моем понимании мы имеем дело как раз с этим. ЦБ, ну, в силу обстоятельств, да, имея наилучший, наверное, в России доступ к банковским балансам, к пониманию, там, ко всем потокам финансового сектора, такого в публичной статистике не было, нет, и никто не публикует. Вот настолько, насколько возможно, видимо, сейчас гораздо откровеннее, чем раньше, обратите внимание, и гораздо полнее делится с рынком своими опасениями. И эти опасения, видимо, уже настолько велики, да, что он решил перейти к активным действиям. Когда не получилось нормативами, когда этим было правильно сдерживать кредиты, но они не отреагировали на неоднократные повышения нормативов, ужесточение требований, обратите внимание, почти никак. Центральный банк, да, перешел уже к неизбирательным методам, и я полагаю, что ровно это мы и наблюдаем. И еще раз повторю, последствия для меня, вот, по крайней мере, сейчас очевидны. Если Центральный банк в этой борьбе ждет победа, а пока решимость высока, и в этом плане, как бы, в общем, глава ЦБ, надо сказать, идя против в существенной степени общественных настроений, да, то есть преодолевая существенное сопротивление, демонстрирует изрядную волю. С такой волей, я вам хочу сказать, победить можно, но цена, понятно, уже сейчас. Я не жду. Ну, победа будет пировой, понятное дело. Да, ну, вы знаете, как, чем рваться, я не вижу проблем с тем, чтобы задавить этот рост. Я не вижу того, что позволяло бы рассчитывать на его устойчивость и как бы хорошие характеристики. Еще раз, если у нас рост ценой кредитного пузыря, то лучше его не иметь. И поэтому я не понимал, если честно, приличную часть официальной риторики, где мы там, где власти восторгались, да, вот этими двумя с половиной, теперь уже чуть больше процентами. Обратите внимание, если рост ценой кредитного пузыря, то это означает, что лопнувший пузырь, скорее всего, заберет и этот рост, и еще сколько-то с запасом. И съест сверху, конечно. Спасибо большое. Евгений Надаршин, экономист, был у нас в эфире. Спасибо, Евгений, что пришли. Спасибо. Друзья, спасибо, что смотрели это видео. Обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на канал, расскажите о нас своим друзьям. Это поможет нам набрать новую аудиторию, стать больше, еще больше людей таким образом узнают о тех важных вещах, которые мы рассказываем вам на этом канале. Так что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, и спасибо, что остаетесь с нами и смотрите нас.